Всем привет! Меня зовут Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. И сегодня давайте мы с вами попробуем сделать два упражнения на ощущение пространства вокруг себя. Именно попробуем сделать, это ключевое слово, потому что, занимаясь с людьми актерским мастерством, я понимаю, что есть люди, которые очень плохо работают со своими ощущениями, со своими чувствами. Ну что ж, давайте пробовать упражнение первое. Танцующий мост. Поднимите руки вверх и начните двигаться по комнате, словно танцуя, прислушиваясь к каждому своему движению. Почувствуйте контакт с поверхностью, будто ваше тело становится прочным мостом между полом и потолком. Упражнение «Шепчущий ветер». Встаньте на цыпочки и закройте глаза. Вообразите, что вас окружает ветер. Почувствуйте его нежное прикосновение к вашему телу. Помимо силы и страсти, актер должен чувствовать и нежность, и легкость движения. Ставим лайк, подписываемся на мой канал, и я рекомендую, когда вам встречаются упражнения, их обязательно делать. Тем самым вы развиваетесь и растете как актер, как личность. Получается, не получается, это уже другой вопрос, но сделать обязательно надо. Пока-пока!